Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в тот самый The Binding of Horror Tale. И игру мы будем проходить за Санса с топором и компасом. Поехали. А еще он может открывать золотые сундуки, не используя ключи. И, конечно же, тут есть музыка. Вы ее сейчас услышите. Опа. Мы нашли Набстаблука, теперь он будет нам помогать. При этом смотрите на лицо Набстаблука, он такой, типа, страшный, жуткий такой, с красными глазами, да? Топор у Санса — это на самом деле нож, поэтому урона будет очень много. У нас есть одно, как я понял, красное сердце. Опа, я чуть не проиграл только что. Вроде как эти шипы могут нанести урон в целое сердце, и смотрите, тут... Вместо мух, как я понял, летучие мыши. Вместо камней тыквы. То есть, все сделано по теме Horror Tale. В магазин мы, наверное, не пойдем, потому что денег нет. А ключ тратить, я думаю, не стоит, потому что на втором этаже у нас будет сокровищница. И она будет требовать ключ. Не попасть в сокровищницу — это очень плохо. То есть просто так не получить артефакт, который может изменить всю игру, это не очень хорошо. И смотрите, тут бомбы с лицом чары, кстати. Бомб у нас нет. Да, смотрите-ка, везде тыквы стоят. Поэтому мы идем к боссу. Фрогит. Это какой-то, смотрите, красный фрогит. Не знаю, правда, какое отличие, но топором он просто срубил топором фрогита. Это больше жизни, в принципе, поможет это в тему. И раз уж у нас появляется... Раз уж у нас появляется, опа, дополнительные жизни, то можно сходить... В комнату с шипами. Вот, в кусачку. Опа. А мы не можем достать... мы не можем достать этот сундук, хотя... О, интересно. Что самое интересное, я могу не потерять это сердце, я могу использовать телепорт. Телепорт может... Скажем так, он может куда угодно телепортировать. Не обязательно. Это не тот золотой телепорт, который телепортирует в ту комнату, в которой вы еще не были. Не обязательно. Но сейчас повезло. Меня отправило в... Меня отправило в магазин, при этом магазин из-за этого открылся. Но, что обидно, мне не хватает одной монетки. И сейчас, в принципе, было бы неплохо монетку одну найти где-нибудь в каком-нибудь, ну, допустим, в костре. Но я вот не помню, все ли костры я погасил. Во-первых, мне нужно забрать красное сердце. А, но я забрать его не могу. Очень удивительно получилось. Тихо. Синее сердце терять нельзя. Поэтому... Мы не купим синее сердце в магазине, хотя, конечно, это обидно, но зато у нас есть вообще много чего у нас есть, поэтому жаловаться не будем. Мультики, я так понимаю, остались. Да, жестко. Но похоже, что этого хоррор Санса не пугают такие мультики. Кошмары для него не кошмары, потому что он сам как кошмар. Смотрите, это у нас типа привидения такие, да? Так. И сразу же сокровищница. Тихо-тихо-тихо, пауки. Ну, пауки остались пауками, как я понял. Так. Из него ничего не выпадет, я надеюсь. И, в принципе, было бы неплохо получить ключ, потому как мне интересно, как выглядит Флауи. Ну, Флауи, понятно, он тут с одним глазом такой... Страшные, тут все страшные. И еще интересно, какая музыка будет на других уровнях, ведь вроде как в Horror Tale есть только одна мелодия. Так, смотрим. Ух ты. Если в него попадают, все получают урон.
Хм, забавно. Слушайте, вот эта компания, конечно, у Санса. Один страшнее другого. Понабрал монстров, теперь будет всех рубить. О, а вот и монетка, которая могла бы выпасть и пораньше. И комната с шипами, ну, естественно. Но, правда, делать там нечего, потому как жизней для обмена нет. И в кусачку мы тоже не идем. Ведь у нас есть синее сердце. А синие сердца на дороге просто так не валяются. Но кидать топор — это, конечно, жесть. Такого я от Санса не ожидал. Хотя это же Horror Tale Sans. Что от него еще можно ожидать? О, а здесь будет сражение с боссом, кстати. И пауки, которые взрываются. Это у нас кто? А, это... А кто это? А, это Боб. Точно. Ну, он вроде как не опасен. И смотрите-ка, синее сердце, отравленные бомбы и плюс 5 бомб. В принципе, это очень хорошо. Давайте-ка эти все... Как и разрушим топором просто. Смотрите на Санса, что у него с лицом. Он стал еще более страшным. Куда страшнее. Слушайте, мне этот мод уже нравится. Классно сделано. Но! Вот только что, конечно, обидно получилось пауком. Меня паук ранил. И опять мне не хватает денег. Опять не хватает. Нужна одна монетка. Смотрите на Тэмми. Посмотрите на Тэмми. Жесть вообще. Так, а где же мне монетку-то найти для синего сердца? Очень неуклюже получилось. О, тут даже написано, смотрите-ка. Омега Флауэ. А, это смерть. Да. Ну, это, в принципе, логично. Наносит 40 урона всем монстрам в комнате. Так, а раз бомбы появились, то... Без косяков же никак нельзя. Жалко, мне сейчас нужно сердца хранить. Правда, наверное, с дьяволом торговаться я не буду. Ага. Ну, то есть бомбу можно поменять на ключ, а можно этого не делать. Это на самом деле очень по ситуации. Очень по ситуации. Тут непонятно, непонятно. А вот и монетка, кстати. Мы сейчас будем... О, бомба, смотрите, в виде чары выпала. Мы сейчас идем в магазин. Так. И покупаем... Кстати, ведь телепорт может отправить в комнату в кусачку, и из нее уже нормально не выйдешь. Опа. Кстати, можно даже вот так сделать. И получить немножечко больше денег. Правда, тут перекрашенные, переделанные артефакты, и немножечко непонятно, что есть что. Но было бы забавно, если бы я собрал еще вот этих вот друзей, и было бы, допустим, у Санса 3 ножа. Ой, не 3 ножа, 3 топора у Санса, вы представляете вообще? Это же жестко. И, конечно, секрет тоже было бы неплохо найти, но жалко тратить бомбы, ведь... Есть же тут, наверное, синие камни с крестиками. Их, конечно... Так, ну тут где угодно он может быть. Я, наверное, тут секреты искать не буду, потому что бомбы очень сильно понадобятся. Я уже 2 бомбы потерял просто так. Ой-ой-ой, паук просто сразу в минус топором. Ух ты, неплохо. Это, конечно, не урон, но зато смотрите, какие сердца выпали. Все сердца нужные. Все сердца нужные. А это кто? Крампус. Крампус. Жесть. Так, а что выпало-то? Стреляет лазером в 4 разных направлениях. Но... О, кстати, можно взять сердце. Черное сердце. О, неожиданно. Ну вот вопрос, могу ли я сейчас пойти в комнату с шипами и поменяться? Телепорт, то есть получается сердец у меня сейчас 9, а удариться нужно 9 раз. В принципе, у меня не должно получиться.
А вот телепорт, ну вот вы знаете, с одной стороны, вот этот артефакт взять стоит, а с другой стороны, телепорт-то как раз-таки может отправить, ну, реально куда угодно. То есть, случайная комната, возможно, это даже может быть комната дьявола. То есть, я думаю, что телепорта мы оставим, потому что урона хватает. Урона-то хватает. Но на самом деле сложно решить мне. Мне сложно решить. Но артефакт тот заряжается все равно медленно. Поэтому давайте-ка мы пойдем дальше и будем надеяться, что нам выпадут комнаты с ангелами. Тогда мы сможем получить ключ и... Гастер! Тут он еще более страшный. Unknown. А, другая, смотрите, мелодия играет. Классно. Слушайте, классный мод. И при этом, я так понимаю, он появился совсем недавно и уже радует. Он уже радует. Так что с одним только топором и без метатоновских лазеров, лучей, уже можно творить настоящие чудеса. О, нет, это же... Он же лужицы будет делать. Это вроде как слабый босс, но... все сундуки становятся красными. Но, в принципе, пока что можно взять. На время. Потому что открывать золотые сундуки, не используя ключей, это очень ценное умение. А ну иди сюда, топор. А, невидимка. Топор-бумеранг получается, да, можно сказать. Тихо. Что это? Да ладно! Как же мне везет на эту руну? Обалдеть просто. Просто обалдеть. Так, а что тут еще есть? Какое-то сердце, причем, смотрите, оно... Оно непонятное какое-то. А бомбы тратить не стоит. О, мне нравится эта музыка. Так, а где... А, сокровищница далеко. Ух ты, да. И правда. Даже на обратном пути убивает. Ты смотри, жесть какая. Ты смотри, как... В смысле? А что это было? Применилась смерть? Каким образом? У меня же нет таких артефактов. Почему смерть применилась? Что-то игра не договаривает. О, не-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 не. Да ладно. Ты прикинь. Ну, правда, тут ничего нет. То есть красные сердца — это белые вечные сердца. О, жесть вообще. Вы посмотрите, какой урон-то от меня. Получен ключ. Неплохо. Красные сундуки меня реально спасли только что. Это жесть, это невероятная удача. Но тут... А, это вечное сердце. Его нужно обязательно подобрать. Теперь-то мы знаем. То есть жизни у меня будет вообще много. Здорово, вот это да. Вот это модификация, вот это мод. Ты смотри, какая классная игра-то получилась. Она еще только-только... Она же потом еще будет дорабатываться. Сердце, которое может получать урон только от атак врагов. Сам персонаж бессмертный. Сам персонаж бессмертный, говорите? Ага. То есть... Интересно... Слушайте, вы видите это? Это же душа страха. Реально. Но правда, эту душу защищать надо. Так просто интереснее. Я такой еще артефакт никогда не подбирал.
Но то, что сам персонаж бессмертный, это, конечно, здорово, но так я себе создал дополнительные сложности. О, иммунитет к проклятиям. Интересно. Но на самом деле здесь... Так, а уровень... А, уровень-то уже все закончился. На самом деле здесь... Было бы неплохо собрать монетки для того, чтобы не было проклятий. Но вот как душу защищать, это вопрос. Вот вы видите, да? Так интереснее, согласитесь. Гораздо интереснее. Санс с душой страха. Любопытно. Тихо. Главное мне еще собрать побольше жизни, и тогда... Но на самом деле я эту душу взял еще не просто так. Вроде как это считается за друга, и может... Так. И может это быть как потом тройной топор. Это может так сработать. А это что за карта? А, понял. Надо взять это сердце. И одну бомбу оставить. Но это сердце я возьму после прохождения этого этажа. Хотя я же не буду меняться с дьяволом, но все равно. Подождите-ка. Forsaken. Ох-хо-хо. Ох-хо-хо. Как он? Душа. Душа. Она же не должна быть... Четыре пилюли. Но вот как раз таки пилюлями-то сейчас я бы не хотел себе все портить. Мне, в принципе, ни радиус, ничего такого не нужно. А пилюли урон не дают. Но вот что интересно. А если я использую телепорт, куда я попаду? Я попал в эту комнату. Как я и говорил, это работает абсолютно наугад. Но у меня денег-то нет. Бомба одна. Бомбу нужно сохранить, ведь нужен ключ. Значит, в магазине мы должны купить что? Правильно. Мы должны купить синее сердце. Это нам сейчас очень важно. Да. К сожалению, свечку мы не покупаем. Она бы была очень полезной для нас. Ведь она защищает от этих проклятий. Я уверен, что некоторые скажут, что «Некр, зачем ты взял душу?» Вот эту вот, да? То есть ты сделал только сложнее. Но другие могут сказать, и большинство, скорее всего, скажут, что так же интереснее. Так, 42%. Интересно, как проценты поменялись, да? Unknown. Я не знаю, сколько у меня жизни, но это на данный момент это не самое страшное проклятие. А, в этого попало, точно. Вот в этого, в демоненка попала, видимо, атака случайно. И он, видите, как сделал. Ториэль. Даже пишется теперь, что происходит. Там урон, не урон, что вообще. О, ничего себе. И он за душой идет, он сзади. Он идет сзади души, значит, он, в принципе, может ее охранять. Но может ли душа получать урон от шипов? Я думаю, не может. Так, тихо, спокойно. Интересно получается. А что же у нас в комнате-то? Мне один раз попало шоколадное молоко, получился шоколадный топор. Но это никак на него не влияет. Шанс выстрела во все четыре стороны. Но вы же понимаете, что нам это не нужно. Абсолютно. Я даже не хочу сердце тратить на этот артефакт. Тем более, он очень сильно завязан, ну, с этим, с показателем удачи. Если бы бомб было больше, я бы, конечно, потратил. А, да, да, смотрите. Сердце, по сердцу попали эти червяки. Это что такое? Что это такое? А что это такое? Непонятно. О, а вот жадность это, в принципе,
А, опять попал, смотри-ка. Сам персонаж бессмертный. Это добавляет какой-то челлендж в игру, явно. Ну, в принципе... Так, а было бы неплохо, знаете, что найти? Ой-ой-ой. Вот это, конечно, еще сложнее. Было бы неплохо мне найти такую штуку, как... Я даже не знаю, какую. Но я уже начинаю понемножечку получать. По голове. Потому что неудобно получается. Неудобно получается. Главное, чтобы... Тихо. Ни урона не хватает, ты смотри. Мне нужно срочно получать ключ от ангелов, потому что в шипастую комнату с таким количеством сердец я не попадаю явно. Видите, что творится? Это уже серьезно. Это уже серьезно. То, что персонаж бессмертный, это не сильно помогает. Но, как я уже говорил, так гораздо интереснее. Артефакт можно взять, чтобы было 4 топора. Это, конечно, не поможет, но можно взять его просто так. Красные сердца у нас явно есть, поэтому... О, смотрите, что я нашел. Отлично. Этот маленький дружище очень здорово помогает. Красный сундук. А, могло ж по сердцу попасть. Да. Слушайте, а какой же... А, я что, оставил артефакт, который открывает сундуки, да? Который сундуки открывает за просто так. Но, с другой стороны, я говорю, красные сундуки, видите, как нам могут помочь. Четыре бомбы. Тут у нас ничего нет. В кусачью комнату мы не пойдем. Ну, а артефакт мы можем взять ради интереса. Просто так, чтобы был. Вот, смотрите. А, нет! Вот это поворот. Смотрите, какая ерунда получилась прикольная. То есть персонаж-то бессмертный, и он может просто вот так вот подходить и топором в ближнем бою рубить. О, это же мега толстяк. Но это опасный босс. Это опасный босс. Но не для Санса с 4 топорами. Я-то думал, 3 топора. Ух ты. Регенерация и плюс здоровье. О, жестко. Если твой ХП упадет, то тебе дадут... Ух ты. Так, получается одну. Ой, как классно. Теперь вторую. Но здесь уже сложнее. Ой, сердце-то. Я забыл про сердце. Тихо. Он же за ним бегает. Тихо. Спокойно. Урона уже не так много. Но смотрите, что я нашел. Здорово, ключ у меня. Теперь у меня есть ключ. Но я что-то его не вижу. Он никак не отображается. Ну все, в принципе, мне уже сердца особо не нужны. Переживать не надо. Бомбу я, конечно, оставлю. Поехали. Теперь можно спокойно брать у дьявола всякие опасные вещи. Сколько у нас сердец? О, так у нас Darkness. Не, музыка есть.
Есть музычка. Ага. Я же могу, смотрите, как просто. Я не понимаю, что вот это такое. Это какой-то то ли лед, то ли что это. Так, ну сердце вроде летает, оно не должно получить урон. А вот как это взять? Одна бомба, мне не хватит. Давайте-ка мы сначала нижнюю часть этажа. О, нет! Хм. Круто, конечно. Четыре топора. Не, ну... О, не, ну... Не, ну хотя, с другой стороны, а какая разница-то? Ну, вроде бы... Не, я просто потеряю реально. Хотя там будут красные сундуки. За дело. Тихо, я не вижу. Я не вижу. Ой, мы отсюда выйдем телепортом. Мы отсюда выйдем телепортом. Именно так. Но будет забавно, если отправить сюда же. Нет, отправила нормально. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Еще красный сундук. О, а из красных сундуков-то как раз-таки вот такие вот штуки и вываливаются. Это важно. Воу-воу-воу. Я не вижу из-за темноты ничего. Ты смотри, с душой страха. С топором и душой страха. Жесть. Не, ну это очень круто. А сейчас ведь еще будет артефакт какой-то. А, папайрусы оттуда выйдут. Или такие. Тут разные могут быть. Что тут? Поджигающие слезы. Есть шанс того, что слеза взорвется. Давай возьмем. Это получается огненный топор. Будет ли это работать с ножом? Непонятно. Мне кажется, не будет. Не работает, они поджигаются, реально. Ничего себе. Супер грид. А он что, так поджегся, что ли, жестко? Тихо. Как он уворачивается, так интересно. Да ладно, ты смотри, сколько сердец-то привалило. Ой, жестко-то как. Тихо-тихо. Вот сердечко-то не надо. Вот сердечко-то мне портить не надо. Даже можно в эту, в кусачью комнату зайти. Потому что какая разница? И ведь мы можем пойти вверх. А урона почему нет? А, тут один? Вау, это ошейник Гаппи. Давай. Это неплохо. А почему я же не летаю? Почему меня урон-то не нанесся? Опа, смотрите, куда меня? Телепортануло, да? А это что такое? А, он еще кидается дополнительно, да? Плюется. Ну-ну-ну-ну-ну. А что такие толстые-то они? Или это нормально? Наверное, это нормально. Хотя их можно, смотрите, просто четырьмя топорами так тык-тык-тык-тык. Но мы еще не весь уровень обошли. Тут еще вон какие ребята. А вот против них как раз-таки отлично работает. Правда, мне не удается избежать всех атак. Ну, как, вот как это понимать? Ой, это что было? Кто орал?
Я сердца начинаю терять. Это плохо, так нельзя. О, слышите? Кто-то кричит. Но откуда эта музыка? Разве она из этого? Из Horror Tale? Опа. Даже прыгнуть не успел. Ух ты, Курону. Да ладно, еще секрет нашел. Не, вот это я брать не буду. Это у нас Waterfall 1. Война. О, ножи, я забыл, они же это. Да, что-то как-то жизни я теряю. Ну, из-за вот этой, да, из-за этой вот души. Это будет противовес. Потому что, типа, вот я такой мощный, да? А, в принципе... В принципе, все. Вроде как. Вроде как. Если я ничего не забыл. Так, опять 48, опять ангелы, так понимаю, появятся. Опа. Сердца на монеты. Только бомб нет. Да. Ух ты. Да ну опять, ты смотри, попадает. Вот из-за этой ерунды я постоянно получаю урон. Но я знал. Я знал, какой артефакт я беру. Я понимал прекрасно. Тихо. Мне нужно стать просто очень мощным персонажем. Я уверен, что может выпасть что-то... Что-то такое, что сделает меня вообще неуязвимым. Ну, вот тут, конечно, да. Сердца жалко. Тихо. Иногда эта душа поможет, иногда нет. Везде по-разному. Делает взрыв с неба и с крыши. Но не знаю. Не могу сказать, насколько этот артефакт мне поможет. Но вообще-то он мощный, считается. Это даже лучше телепорта. Он может просто разбить босса. А где они? Тут есть кто? Или я тут был? Воу-воу-воу. Один ключ последний остался. Но здесь больше не будет, да? Ух ты. О, ну-ка. Это мы возьмем. Смотрите-ка. У меня теперь 5 топоров. 5, Карл. Жесть. Ту-дун-тун. Так, а что теперь? О! Ну, естественно, если я уворачиваюсь, душа не уворачивается. Это понятно. Мне нужно, чтобы было очень много жизней. Желательно, чтобы книжка выпала. Воу-воу-воу. Чё-то это мне уже не нравится. Так, спокойно. Ключ. Ключ я взял и не поранился. Это хорошо. А вот здесь-то как раз-таки могут быть сердца, но у меня бомб-то не хватает. Где ты? О! Я забыл про это. Я все время забываю. Так, одно сердце. Ножи так нельзя близко подходить. Как же я забываю это так? Тихо, тихо. Спокойно. Урон 6.23. Еще бомба есть у нас? Где же сердца добыть? А вот, кстати, вот здесь.
Вот здесь-то как раз-таки оно поможет. О. Опять кто-то... Не надо так. И этот еще остался с мухой. А где муха? А, вот ты. Подарок. Что там? Бомбы. А зачем? Я помню, бомбы-то для чего-то были нужны. Для костров, да? Но я просто не уверен, что из этих костров что-то выпадет. Да ну. Игра меня пытается спасти. Это оставим. Значит, все-таки нужно было брать этот. А, там же еще нужно... Точно, я и забыл, слушайте. Нужно было Сансета подорвать того. Который остался в самом начале игры. И вот сейчас будет сложно. Вот так сделаем. Может быть, что-нибудь-то выпадет. Вот две монетки. А, я могу взять только одну. Бомба, например. Не, что-то не получается. Ладно. Тогда... Ну, здесь, конечно, не получится, да. Ну, давай так. О. Сердца-то тут есть хоть? Тут особо и сердец-то не пособираешь, да? Не, одну бомбочку надо оставить. Мало ли, с крестиком будет, да? Вот тут непонятно. Непонятно. Сердец вроде много. Но теряем мы их очень часто из-за особенностей персонажа. Такой. Зато, я говорю, зато интересно. Та-дан. Хотя из-за этого можно и проиграть такую. Тихо. Бьет. Ой, жесть, как бьет вообще. Так, мы, ребята, идем в этот раз вверх, потому что мы вниз все время ходили. Нож берем. О. Ну. Ха. Удваивает бонус. Это все можно взять, кстати. Или не брать. Просто тень... Ну, вроде как умирать-то я не собираюсь в этой игре. Так. В метатона можно превратиться. Луч крови. Просто понимаете, какая штука? Мне нужно что-то защитное для защиты. Удваивает бонусы. Что же взять-то? Стреляет... Но это уже не так нужно. Это тоже вроде не так нужно. Удваивает бонусы. Ладно, пропустим. Пропустим. Ну, я вот так решил, пропустим. Просто ангелы могут подарить что-то очень-очень мощное. То, что может спасти именно. Потому что сердцами беда, как видите. Нужно, чтобы что-то ангельское выпало. Хотя я могу... Я мог бы взять... Ну, то есть я в итоге остался вообще без всего. Но если... понимаете, что будет, если тень Иуды использовать? Потом сердец вообще не хватит. То есть с душой... То есть я превращаюсь в метатона. Да, у меня увеличивается урон, но... В итоге... Мозги... Тихо. Да и жизни сейчас терять нельзя. То есть сейчас каждое сердце очень важно. Воу, воу, воу. Сейчас все очень важно. А, и как пройти? Вот так. Как? Вот так. О, обжора.
но от него ничего хорошего не выпало. А вот здесь тяжело будет, конечно. С этой душой-то, с такими толстыми монстрами. И с каками, которые появляются из ниоткуда. Но зато ошейник Гаппи есть. И уже неплохо. Если бы мне... Ой-ой-ой. Что это? Это как это? Это ножи, что ли? Ножи, ну, эти топоры помогают. Жестко. Так, кажется, тут есть комната с сражениями. Ну, какой-то лабиринт запутанный маленько. О, не, ну с мясцом-то будет легко. Мясо вообще не отличается жизненной силой. Их легко побеждать. Ну-ка. О! Да ну, вот это я возьму. Я могу даже сейчас просто взять и поменять. Это еще один Гаппи. А вот это, конечно, да, вообще печально. Одно сердце в три. Тихо. Они, главное, так по очереди еще бить стали, что не поймешь. Не-не-не. О, а не работает топор-то у него, да? Не работает, он не может в меня стрелять. А я могу. Ну что это такое? Вот не поймешь. Вот не поймешь. О. То фроги-то? Что за ерунда? Минус два сразу. Опа. А, червяки. Тихо. Они нападают на мое сердце. Большой червяк. Он укусит его сейчас. Укуси топор. Так. Санс. Санс это вроде как Джаджмент. А, ну вот ему-то... А это кто? Это автор, что ли? Правда? Я могу дать ему сердца? В смысле, а он меня не убивает, что ли? Или в чем прикол? Я же бессмертный! Я забыл! Вот он прикол-то этой штуки! Я ему даю просто так сердца! Я мог бы размениваться с автоматами и получить бы кучу денег, но я не знал, что это так работает. Да ладно, ты прикинь. Вот прикол-то этого. Кто ж знал-то? Не, ну вот это уже... Кто ж знал-то? Ты смотри, ты подумай. Кто бы мог подумать вообще? Это чтобы сделку не зафейлить. А то уже что-то, да, по жизням опасно. Довольно большой источник жизни получается. Тихо. Воу. Где вы? Иди сюда. Иди. Иди сюда. Тихо. Ну не так быстро. Сердце, окей. Так, сердце неплохо. О, сундук. Куда? Вот! Вот это мне нужно было, дружище! Правда, Библия в данном случае уже как бы не нужна, потому что этих не будет таких боссов. Вот, а сражаться я с тобой, дружище, не буду. У меня ключ-то есть. Ведь есть же?
Ну, на всякий случай, давайте просто... Это что-то он не показывается у меня. А, это который послабее, да? Да, ну мне вон монетку дали одну. Вот это круто, слушайте. Ох ты! Вот это может испортить все. О! Так эта карта использует хвост Гаппи. Правильно? О! Вот это неудачно. Тихо. Пока не страшно, сердец-то много. Но я всегда так говорил, сердец много, а потом начинал уже беспокоиться. О! Вот это вообще жесть. Это очень жесткий босс, он всегда... Надо же, ты смотри-ка. Не, ну, смотрите, какая ситуация. Как бы это может убить Метатона, но хвостик Гаппи-то мне важнее в данном случае. Поэтому я возьму его. А вот руку нужно будет выкинуть. А, нет, зачем? А, стоп. Искра... Все сундуки станут красными. Но вот вопрос. Как это будет работать? С комнатой... С последним уровнем, с сундуком. Как это работать будет? То есть, мне нужно сначала будет проверить. А где? А-а-а, понял. Но это мы быстро. Они друг друга защищают. Тихо. Вот бы мне дьяволёнка-то встретить. Тихо, тихо. Но-но-но. Сколько как? Топором. Во. Кто же думал, кто же знал, что он так работает, а дьяволята нужны. Так, ну я заблудился, можно сказать. Я уже не знаю, куда идти. Тихо. Не свисти. Денег не будет. О! Он же за сердцем гонится. Тихо. Нет! Ты смотри, какой настырный. Но я иду не туда. Окей. Обычные каки. Редкость для этого уровня. Игра меня пытается спасти как может вообще. Но сначала мозги... Тихо. Тихо. Сначала мозги. Но они, правда, сейчас все это... А, ну эти покатятся, я понял. Так, где мозги-то у нас тут? Тихо, тихо. Тут еще дорожки остались, да? Все, 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 никаких как. Хорош. Воу, 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 тихо. Запутали, меня запутали. Еще кто-то остался, где? А, катающийся этот колобок. Ой, смотри. Гаппи, я превратился в... Что? Я все-таки превратился в этот ужас. Horror Tail Flower. Где ты? Жесть, как сундуки вообще. Вы же говорили, что в сундуках Гаппи частенько встречается. Сундуки, эта рука вообще спасла. Это кровавая рука. Не, ну серьезно, прям сыпятся они. Но это важнее, вот эта штука. Лапка Гаппи-то важнее.
Понимаете, мошек-то у меня и так будет навалом. А, о чем мне-то? Хотя это-то может пострадать. Так, бомбы есть? О, ну-ка попробуем. Да, смотрите, реально работает. Копирует эффекты полароида негатива. Страница потерянного. Да не, мне нужна именно рука. А это вечное сердце, мы его возьмем потом. Больше сердец. Я же могу два брелока с собой таскать? О, лечит, нифига, прикольно как. А, смотри, все равно взял. Все равно. Ну, просто... Ух ты. Просто я, возможно, у дьявола что-то возьму. И не хотелось бы вот так вот. Ой, жесть! Вы посмотрите на лицо-то его. Так нет, в том-то и дело, что нет. Столько гапи вещей меня закидало прям игра. Не, это я брать не буду. Оно мне сейчас не надо. Учитывая хвостик гапи, бредовая идея так делать. А вот идти куда? Но не сюда точно. Жесть. Вот это жесть вообще. Пять топоров. Пять топоров. Надо просто пририсовать, видимо, на превьюшке дополнительные руки Сансу, чтобы сделать как-то, я не знаю, как-то в тему, чтобы было прикольно. Кто бы мог подумать? А, говорилось, что эта рука, она типа не очень-то хорошо. Не очень-то хороша. Как артефакт. Ну не, оно вообще. Красные сундуки рулят, походу. А из-за частоты тиков топора мошек будет предостаточно. А, ну сердце летает, это главное. Если бы сердце не летало, то есть не считалось летающим, это было бы глупо. Ради сундука. То есть мог бы сундук выпасть вполне. А, мошки-то. Ну все. Татоныч. Как я так появился-то? А, я понял, из-за чего я понял. То-т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 о. Сердце, да, я понимаю. Я понимаю, на тебе топором. Еще раз. Нет, только не по сердцу. А где оно? А что с ним случилось-то? Выпал этот дьявол. Не, оно мне не надо. Хотя, стоп, урон плюс. 2 сердца. Но это пасть пустоты. Но дело в том, что у меня сейчас этот один урон, он мне ничего не даст. А терять 2 сердца я не хочу. Еще и вечное сердце потеряю. Потому что высчитываются контейнеры справа налево. Мы идем вверх. Возможно, это вас удивило. Так. Привет. Да-да, ну вот. Так попроще будет. Но я говорю, мне этого хватит. Тем более, что еще золотые сундуки будут. Правда, ключей нет. Но они все станут не золотыми. Сейчас мы еще посмотрим, как они работать будут. То есть, может быть, из них нормально все будет вываливаться. Тогда можно их легко размножить, и ключи не нужны будут. Понимаете?
Я уже все Гаппи вещи собрал. Просто все, которые можно было и которые нельзя собрать. Круто. Ой-ой-ой, вот это не круто. Получаю по голове. Получаю по голове. А тут, в принципе, ничего нам открывать-то уже не нужно. Ну, видите, как я получаю? О-о-о. Нет, так дело не пойдет. Нужна карта какая-то. Я понимаю, конечно, что дьявол-то больше не встретится, но я говорю, что вот эти сердечки мне нужны. О, я уже взять хотел. Так, где-то есть? Ух ты! Нифига себе, это выпало. Fight. Ну вот, теперь хотя бы я могу восстанавливать... Мне сердца нужны. Но я могу теперь лечиться. Мне уже все равно, сколько у меня синих сердец. У меня есть хвостик. Вот в чем прикол-то. Этот какой-то огромный, походу, да? Тихо. Просто перерубил. Иди сюда. А какие-то такие, смотрите, какие-то другие. Кто как, да? Ну? Иди сюда. А, так я еще и лечусь. Я и забыл. Хвостик я использую потом, в самом конце, когда уже понятно будет, что жизни нужны. Иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Выпускает лазер. Да не, ну я возьму и положу обратно, мало ли. Так, вкусачку. Ну, если сердца будут, можно, конечно. Или мне просто к боссу пойти? То есть зачем я тут... Зачем я тут вообще... О, файт. К тому же, вон какие штуки выпадают. Но это я потом возьму. Сейчас-то оно мне не надо. Учитывая то, что я по сердцам-то получаю. Ух ты, это этот. Final Froggit. Но он темный какой-то. О, нормально. Пойдет. Только нужно сердец набрать. Надо набрать сердец. О, голод. Привет. Тихо. Во-во-во, начинается. Сердца. Я-то летать умею. Чё мне-то? Надо сначала мелких, видимо, убивать, потом уже больших монстров. Да-да-да. Не зря я решил... Тихо. Спокойно. Вообще круто. Круто получается. Война! Лечение. Не трогай. Не трогай, тихо, не трогай. А, я забыл про... Ну, в этой серии с секретом мы не ищем, как я понял. Бомбы-то как взрываются жестко, да? Но, наверное, нужно руку-то будет выбросить. Я не уверен. Мне кажется, что вот эти вот... Ух ты! Мне просто кажется, что эти 4 сундука, которые можно будет размножить, для них-то у меня будут эти ключи. Вы мне лучше в комментариях напишите, потому что я
Я просто боюсь, что будет обидно. Может получиться так вот, так что, типа, они... это. 4 сундука, я могу сделать из них 8, и в итоге, может, просто... В смысле, Гастер? А, это бессмертие, я понял. А это из сета, да. О, чума. Пауков создает? Разве он таких пауков создает? Так, так что вы мне в комментариях напишите, какие сундуки, ну, могут быть, могут ли быть красные сундуки полезными в следующем уровне, потому что я сейчас вот эту руку оставлю. Ведь если красные сундуки будут не очень, я, получается, теряю лишний раз. Опа. А, я ни урона не получаю. А, так я же бессмертен, я забыл. Персонаж бессмертный, он не получает урон, а сердце не успевает зайти туда. Вот в чем прикол-то. Айзек. О, ну да, тут, конечно... Неудобно-то как-то, смотри. Это неудобненько. Очень неудобненько получается. А зачем я сердца-то понабрал? Понабрал... Ой, оно успеет? Оно сможет спрятаться-то вообще? Ну, пойдет, ладно. Kill you. Так, получается, мы вот это выкидываем, да? А так, вот так. И... Красные сундуки. И стоп. А это? А это что такое? Вот, напишите в комментариях, если бы эти сундуки золотые, которые сейчас будут, они были бы красными, из них бы что-то выпало. Если не попадется бланк карта, то эти 4 сундука могли бы быть бесполезными. Вот в чем прикол. Пока что я их открывать не буду. Посмотрю бланк. Хотя зачем? Мне же сейчас нужно, по идее. Сначала я своими силами все пройду. Ну, конечно, без этого никак. Так, это какие? Это какой сундук? Обычный или какой? А, золотой. Значит, зря я так сделал, да? Да. Я так сделал зря, слушайте, по-моему. Защищающие слезы, замедление. О, забавно. Так. Это что такое? О, нет, вот это не надо. Замедление. Да, что-то получилось как-то это. Вообще странно получилось. Получилось так, что я эту руку выкинул зря. Да? Прям вот так это получилось. О, кости. В итоге я не получил вообще ничего. Я хотел сэкономить. А получилось так, что сейчас у меня сундуки-то повалятся не те. Будут... А, из-за гапи. Из-за гапи сундуки-то такие. Я забыл. Кто знал-то? Гапи, по-моему, сундуки делает золотыми. Либо вообще никакими, да? Или как? А. Нужно быстренько себе... Опа! Опа! Да. А этой у меня нет. Которая взламывает, да?
Вот это поворот. Не, ну все равно выиграем. Какая разница-то? Пройдем. Тремя слезами. О, нормально. Тройной выстрел. Сколько топоров? Все, этого мне хватит. Вот все как бы. Вот и все. О. Видите? Вот и ответ. Можете уже не писать ничего, я так понимаю. Все и так понятно, чтобы было бы. Выпал красный сундук. Он какой оказался? Никакой. Просто куча топоров. Ну перестань. Да, я не могу. Ну вот, единственное, что жалко, нужно было отмычку-то оставить. Хвостик надо будет применить. И ключик достать. Жесть. О, это ты сейчас получишь вообще знатно от меня. О, ключ. Где у нас там сундук? Так это ерунда. А вот замедление я возьму. Оно может замедлить вообще с самого начала. Ух ты. О, а это что за сундук такой? Серьезно? Зачем? Это какой-то не красный и не желтый, не золотой, никакой. Непонятно, какой это сундук вообще был. Но тройной выстрел. С кучей топоров. Санс с кучей топоров. Да жесть вообще. Что это? Сколько топоров? Ой, да ладно. В смысле? Всегда? Или это так удача просто работает у меня? О, ребята, идите сюда. Сейчас столько мошек будет. Закачаетесь просто. Но. Да перестаньте вы так делать. Я вам кто, имба или нет? Алло. Убивают. Помогите. Помогите. Убивают. Где ты? Ты кто? А, это мой. Смотри, смотрите, не убейте меня. О, нет! Это же вообще... Это... ужасные... Ужасные монстры. Не-не-не-не. А, ну хотя не, вот эти как раз-таки мне не страшны. О, в смысле? Как ты задел-то? Иди сюда. Иди сюда. Так. О. Широкие. Ну и ничего это не дает вроде. О, привет. Мы с тобой давно не виделись. Не надо, не надо, не надо, не надо. Три топора. О, это хороший сундук. Жестко. Жестко. Ну, зачем? Убьет же. Тихо. Ты это не. Слышишь ты? Он пустые контейнеры может менять? Нет. Как понять нет? Смотри мне тут. Такое впечатление, что не может он пустые контейнеры менять.
Так, что мы должны взять? Ой, жесть какая. Ой-ой-ой. Гаппи, замедление. На всякий случай даже замедление брать не буду. А то вдруг... Ну, мало ли бывает. Так кто это? Плачущий Тэмми, Флауи, Хоррор, чего-то там. Сонос. А музыка есть? Не? Не будет музыки сегодня? Так, я понял, музыки не будет. Окей, ну добавят, наверное. Так, ну теперь, вот теперь. 7.03. Умножить на 3. Так. Поехали. Омега Флауи, какой ты? Какой ты? Покажи. А, вот ты какой, да? А, не нравится. Не нравится тебе такое? О, смерть надо убивать сразу же. Он очень противный. Да. И все, и сразу просто оторвался. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, гнев. Ой, вот этот тут вообще ужасный. Хвостик. Помоги. На тебе. Так, теперь... Дагами Дагаресса. А, это тоже помощнее будет. На! На! Во, ну все. Во! О-о-о. Все, просто разорвал топором. Жестко. Дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!